Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за канарским догом. Грозная внешность, сильно развитый инстинкт защитника и невероятная преданность – таковы отличительные черты канарского дога – собаки, которая может стать великолепным другом и ласковым питомцем при условии повышенного внимания к ней со стороны хозяина. Как ухаживать за такими животными? В чем основные сложности содержания представителей этой породы? Итак, представляем вам 6 особенностей ухода за канарским догом. Для канарских догов крайне важны ранняя социализация и дрессировка. Без них во взрослом возрасте представители породы могут быть непослушными, упрямыми и даже агрессивными. Канарский дог должен чувствовать в хозяине лидера, иначе слушаться он не будет. Для поддержания хорошего самочувствия канарскому догу необходимы регулярные интенсивные физические нагрузки. Гулять с представителями породы рекомендуется 2-3 раза в день минимум по часу. В каждый выгул важно включать элементы игр и дрессировки. Канарский дог родом из солнечной Испании, поэтому российские морозы представителям породы даются тяжело. Зимой канарского дога нельзя содержать в вольере. Также важно беречь собаку от переохлаждения на прогулках в это время года. Уход за шерстью канарского дога несложен. Достаточно вычесывать собаку один раз в неделю специальной щеткой. Купать животное рекомендуется по мере загрязнения. Также важно не забывать об уходе за зубами, когтями, глазами и ушами питомца. Сбалансированное разнообразное питание – залог хорошего здоровья канарского дога. Специалисты рекомендуют кормить взрослых представителей породы 2 раза в день – утром и вечером. Из натуральных продуктов канарским догам больше всего придутся по вкусу нежирное мясо, субпродукты, куриные яйца и водоросли. В целом канарский дог считается здоровой породой, однако есть ряд заболеваний, к которым наиболее склонны эти собаки. Среди последних – дисплазия тазобедренного сустава, заворот кишечника и эпилепсия. Для предотвращения развития данных заболеваний канарского дога необходимо регулярно водить на профилактические осмотры к ветеринарному врачу. Уход за канарским догом несложен, однако имеет свои нюансы. Помните о них, являясь владельцем представителя данной породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!